Значит, вот знаете что? Да-да-да, это и меня касается. Господин Сенцов был задержан за подготовку к террористическим актам, а не за свою журналистскую деятельность. Меня в высшей степени удивляет, почему вы, французский журналист, не задаетесь вопросом об ограничении деятельности журналистов в Украине. И вот только что, совсем недавно, несколько дней назад, был задержан ваш коллега, российский журналист. Ему предъявляются обвинения в государственной измене за его публичную позицию и за его работу именно в качестве журналиста. Почему-то его судьба вас не интересует. Согласитесь, что это странно. Давайте внимательно относиться ко всем происходящим процессам в Европе, в Восточной, в Западной, на любых континентах. Мы знаем, что добросовестные и мужественные журналисты, работая особенно в условиях конфликтных ситуаций, подвергаются часто опасности. Многие рискуют своей жизнью, даже погибают. Мы относимся к таким людям с огромным уважением и считаем, что их деятельность, их жизнь должны быть защищены. Мы со своей стороны будем делать все для этого. Но давайте будем объективными, обстоятельными. Только так можно решать любые вопросы. Иначе не будет никакого доверия друг к другу.